первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина вместе с одинцовскими депутатами-единороссами осмотрела новые парковочные места для инвалидов, которые оборудовали во дворе дома номер 18 по бульвару маршала Крылова. Соответствующую просьбу озвучил местный житель на встрече с депутатом Павлом Чемурлеевым. В кратчайшие сроки обращение было отработано в рамках акции «Добрые дела» и проекта «Единая страна. Доступная среда». Площадка для оборудования парковки была согласована, и сегодня установлены соответствующие знаки, нанесена разметка, отметила Лариса Лазутина и добавила, что окружные депутаты от «Единой России» также проконтролируют качество уборки территории парковки в грядущий зимний период.